Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Ну, мы продолжаем проходить Биошок, получается. Да уж. Да уж, в прошлой серии, блядь, была такая наладка с экраном. Точнее, с захватом экрана. Вот, я это исправил, поэтому сейчас все чики-пуки должно быть. Вот. Блин, игра интересная. Мы дошли до туда, где я остановился как раз-таки, да, когда сам проходил, в принципе. Я в прошлой серии рассказывал, кто ну, не видел прошлую серию, там Саска уже в верхнем правом или в левом углу выскочила. Если что, если вы как-то чуть-чуть там пропустили подсказку, да, то можете посмотреть в описании, там есть ссылка на серию. Вот, и на плейлист тоже, в принципе, по Биошоку. Вот, блин, мне вот интересно, чем... Про что игра, в принципе, мне вот это интересно. В прошлой серии мы остановились с вами на том моменте, где я, ну, я уже сказал, я проходил сам. Вот. Только начало прошли. Чуть-чуть. Посмотреть, что за игра. Вот. Потом сажусь поудобнее. Накладывайте. Покушайте. Приятного аппетита, кто кушает сейчас. Приятного чаепития, кто пьет. Чай или кофе. И кидайте пледик. Приятного просмотра, мы начинаем. О, привет! В прошлой серии мы с вами... Ебать, что-то резко очень. В прошлой серии мы с вами остановились вот здесь, вот как раз-таки. Блядь, что-то очень резко, реально. Что-то слишком резко, ебать. Шутил 2-4 хотя бы. Вот, заебись. Короче, мы с вами остановились в прошлой серии здесь. Здесь бы еще папочка был, сестра какая-то. Вот. О, уже, блядь, слишком что-то реально. Что-то прям... Это хуя. Давай трилла наставим. Во, самое то. Вот, я вам говорю, что я до сюда дошел и дальше не проходил. Поэтому давайте пройдем. Счастливый парень Сандера Коэна. Бля, как тут? Подожди, я забыл, как? Во. Так, где я тут смотрел только что? Это у нас патрон, который... Прикиньте, у нас тут разные патроны могут быть еще. Так, ну погнали по чуть-чуть еще. Рожок с кремом. О, здесь у нас ничего нету. Это что? Хронобюро... Эконом класса. Сад Ева. Открыто. Здесь ничего нет. Опа. Ну, чуть подбухну. Подбухну чуть-чуть. Аккуратно. Блин, мать, ты чего? Кто вообще? Мне теперь-то не очень хочет идти, знаете. А, во, на R хочу ставить. Я тебя контролирую, да? Бля, что-то как-то даже такое. Она такая гордая, ужас. Я покажу ей, что бывает с гордячками. А я даже до сюда дошел, даже не помню. Но дошел до какого-то момента и потом что-то бросил игру. А этот момент не мог пройти точно.
Аккуратненько, аккуратненько идем. Ну, это большой папочка. Что здесь лежит? Нам тут время обыскать здесь все? Или пер? Ну, это мне не очень нравится. Бля, мне кажется, что-то пропустил. Винты, кстати. Блять, напомалил очень чуть-чуть. А тебя мне вообще похуй. Это долго не продлится. Не оттуда! Волосы! Все в крови! Найди местечко получше, монстр! Я не вижу тебя! Вернись! Вернись! Посмотри на себя! Грязь! Вульгарный! Это долго не продлится! Блять, что у нас бойцовский клуб или что? Где ты, блядь? Иди сюда немедленно. Хватит тратить мое время. Давай после тебя, иди сама сюда. Сосало, блядь. Спасибо, что пришел. Пожалуйста. Ох ты, бать. Блять, не успел! Ебашим, мужик. О, черт! Ты в ловушке. Надо попытаться открыть выход прямо отсюда. Так скажи мне, друг, какие мерзавцы тебя послали? Волки из КГБ? Или шакалы из ЦРУ? Послушай, восторг — это тебе не затонувший корабль, который можно грабить. А Эндрю Райан — не наивная девочка, которую правительство можно обвести вокруг пальца. На этом все. Гудбай или до свидания. На любом языке, как он пожелает. Кто тебя звал? Да куда? Твой! Фух. Стрель сюда в голову. Так выносит больше урон. Я уж понял. Да уж. Я думал, мне нужно открыть эти ворота.
Нет, он сам открыл. Да, как всегда, долго, блядь, ну ладно. Косметический кабинет доктора Штайнмана. Вот ты и познакомился с Эндрю Райном, кровавым королем восторга. Будь он неладен. Теперь ищи доступ к аварийному выходу. Это вы называете вырезкой? Да если такое подать, как... Я... Где? Еще бы знать, где он, блядь, знаешь. Короче, где-то вот здесь должен быть. В каком-нибудь солидном отеле Нью-Йорка тебя насмерть поднимут. Эй, Мэри, ты сегодня на матч пойдешь? Я слышал, будут играть рейдеры Райан. Жиль, добро пожаловать на распродаж. О, нихуя, прикинь. Это небезопасно. Ты разве не слышишь? Бандиты Атласа повсюду. Погоди секунду. Вспомни, что говорит Эндрю Райан. Можно купить здесь что-нибудь. Лазонный робот нападает на ваших врагов. Погнали. Последней трубе. Пять ячейки. Менять трубы местами. Бля. Еще раз. Да-да-да, я понял. Так, ну здесь хуйня. Раз. Два. Бля, это тупая хуйня. Все. Окей, let's go. Вот это поэтому врагов, понял? Слишком скрытный, чтобы его кто-то заметил. Нет. Отойди от моих Чё, охуел, нахуй? Ебать, захуярил тебя робот, понял, блядь? Охрана. Так-то делать робот, давай. Как его назовем? Давайте назовем. Пёрдиш. О, пёрдиш, ладно. Ладно, понял, не пёрдиш, блядь. Шани будешь, о, Шапи. Шани ты будешь, понял, блядь? Будешь Шани. Да все, блядь, Шанин тебе идет, что ты, блядь, пиздишь там нахуй? Да давай не ври, блядь, Шанин тебе идет. Самое то тебе, Шанин. О. Да давай не будешь мне тут, а? Ты Шанин, все, отстань. Ты Шанин. Ты Шань, все. Ребят, напишите в комментариях, как его назвать? Того робота. Я думаю, Шань все-таки. Мне кажется, Шань не будет. А вот за мной везде летать? Прикольно. Нахуй открою. Тревога включена. Доступ временно ограничен. Благодарим вас.
Эстер! Если хочешь воспользоваться аварийным выходом, тебе нужен ключ доктора Штайнмана. Это он тут всем заправляет. Но не рассчитывай, что он тебе отдаст ключ. Просто по доброте душевной. Штайнман добротой никогда не отличался. Да и есть ли у него душа? Я очень сомневаюсь. Да мне похуй, я их расхуярю, блядь. Ну, девочки, кровь идет. Почему меня оборвали? Почему? Лети! Давай, робот, ебашек. Дай, иди, блядь. Бан, нахуй. Я лучше тебя! Где ты прячешься? Погнали, ебать! Давай, 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 давай! Давай, давай, сюда! Иди сюда! Э, блядь, ты чё нахуй? Так нельзя! Блядь, не стрёк такой себе, ну ладно. Ебать, что со мной? Бля, жалко. Погнали, ебать, короче. Не похуй, я вас так буду хуярить. Шо, блядь, шо вы деретесь, блядь? О, нахуя. Давай, робот. Шайни, давай. Нахуй нужен тут, блядь. Красава. Шайни, шайни ты красав, шайни, блядь. Красавелла, ебать. Так, у нас с вами 43, да? Хотя бы одну возьмем. Так, давай ты нажмем. Доктор Штайнман обещал отпустить меня сегодня. Райан не навещал меня со времени новогодней атаки. Ни разу. Но доктор Штайнман был очень заботлив. Он говорил, что как только рубец рассосется, он приведет меня в порядок. И я буду самой красивой девушкой на свете. Он очень милый. И так мной интересуется. Добро пожаловать! Мы возвращаемся, когда будут деньги, приятель! Ну, он тебя наебал. Пусть девочка. Так, нам сюда, да? Медицинский павильон. Ну. Поехали. Ты обещал меня сделать красоткой, Штайн! Обещал сделать красоткой! А теперь посмотри на меня! Посмотри на меня! Нормально. Ч
может, у меня что-то произошло, знаешь. Так, давай мы с тобой сохранимся, верно? Да? Потому что нахуй оно нам надо, да? Нахер оно нам надо с тобой, верно? Я... Готов. Берегись Штаймана. Этот ловкач обустроился в хирургическом отделении. Если хочешь его найти, иди по следам крови. Честно написано хоть. За мной Штайман, этот. Шайман. Адам представляет новые проблемы для профессионалов. Шайнисон, вот, Шайни его звать, хорошо? Повышаются ваши запросы. Было время, я радовался каждой срезанной бородавке или возможности превратить циркового уродца в нечто презентабельное. Но это было давно. А потом пришел Адам, и плоть стала как... Теперь наш долг — лепить из нее, и лепить, пока работа не будет завершена. Блядь. Быстрее, быстрее, быстрее. Блять, что за хуйня? Раз. Блять, ну сюда еще одна. Два. Нет, нам нужно. Нет, не такую, блять, я. Да ебаный рот, вот надо. Пис. Ясно. Любую из этих машин загородит без проблем. Стоит только ударить по ней электроразрядом. Так, давай быстро, быстро, быстро решаем. Раз. Хуена. Два. Три. А нам вот отсюда надо. Ёбаный рот. Что сделаем так? Нахуй. Блять, да блять, я не могу, да? Да. Нет, хуйня, 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 хуйня. Сюда надо делать, смотри, проверяй. Четко, четко, все четко. Блять, тихо, 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 тихо. Блять, ты где? Сука, твой рот ебал. Дай мне нормальную. О, садись. Заебись. Они говорят и говорят, но в итоге ничего не могут. Где ты нахуй? Не смей меня ж... Ты пиздал, блядь, в курсе? У тебя ж Шаймон есть. Шани есть, блядь, и этот. У тебя ж Шани, блядь, и этот. Лейтон. Шани и Мани. О, Шани и Мани у меня есть. Блядь, сейчас, Шань, подожди. Бесплатно. И чем они отличаются от того извращенца, который охотится на улице на несчастных, где Шани? Которых используют для своих чудовищных развлечений? Где Шани? Где Шани? Нет! Шани! Ты где? Сука, я за Шани вас разъебу, нахуй. Где мой Шани? Где мой Шани? Иди нахуй. Тут никто сломал, не парься. Ну, пойдет отсюда инъекция, пойдет. Не, нам, вот отсюда. Вещи можно, нет? Смотри, короче, вот это сюда делаем. Не-не-не, хуйня. Да-да-да. Потом делаем вот сюда.
Дальше смотри. Дальше делаем вот так вот. Можно сделать вот так вот. Дальше делаем чисто вверх. Еще одну вверх. Блять, где она? Потом вот так вот и в бок. Все. И ебать. Мани 2. С колесом мыши Б. Ладно, похуй, Бля, андроиды. Сюда нахуй. Хоть что-то есть. Простите? Убери это! Убери! Давай, хуйня. Иди здесь. Отсосало за лупу, блядь. Все, отсосало, блядь. Да, а где второй, блядь? Где второй? Блядь, взяли, блядь, Шани. Где Шани, блядь? Ресеф, ребят. За Шани. До моего сведения дошло, что некоторые граждане научились вскрывать торговый автомат. Полагаю, мне не стоит напоминать гражданам Восторга, что свободное предпринимательство – это то, на чем зиждется наше общество. Паразиты будут наказаны. Блядь. Блять, не, это пизда. Не, пизда. Не, пизда. Слишком сложно. Так, быстро все решаем, да? Смотри, сюда. Потом сюда. Потом сюда. Где она, блядь, сука, вот когда ты нужна, тебя нету. Не-не, хуйня. Хуйня. Блядь. Сучка. Не, я тебя взломаю, тварь. Не похуй, я его взломаю, блядь. Все, можно взломать, я его взломаю. Так, смотри, сюда. Дальше. Нет, хуйня уже хуйня пошла, понимаешь? Сюда, давай. Сюда. Дальше. Блядь, долбоёб! Блядь, ты долбоёб конченый? Ну что ты сделал? Нахуя ты это сделал? А это могу? Бля, ну взломать это жестко. Ну, так погнали. Главное быстро все решать, все, понимаете? Главное очень быстро все решать. Так, просто вот так вот сделаем. Не-не-не-не, хуйня, уже хуйня. Так, где? Блядь, сучка, ты где? Потом вот так вот делаем. Потом меняем вот сюда. Вот, еще раз вот сюда. Потом делаем его вот так вот. Нужно-то сюда. Вот сюда. Вот сюда. И еще вот такую, где можно идти, блядь. И вот сюда. Все. Знаешь, очень просто все. По сниженной цене все, блядь. Нахуй я его взламывал? Ебало закрою. Сюда иди. Ну давай, бери свою шлюху и вали. Но я все
Нет. Я была в Аушвице и уже в 16 лет осознала, что влюблена в науку. Доктор немец, он проводил эксперименты. Иногда он допускал научные ошибки. Я говорю ему об этом, и он злится. Но потом спрашивает, откуда ребенку такое знать? Я отвечаю, иногда просто знаю, и все. А он, зачем тогда мне говорить? Ну, сказал ему я на это. Раз уж вы делаете такие вещи, то хотя бы делайте их правильно. Ну да, есть такое, согласен с тобой. Когда я так говорю? Смотри, это меняем вот сюда. Дальше идем вот так вот. Идем еще вверх. Еще вверх. Потом делаем вот так вот. Это сюда. Потом сюда. Нужно еще на такая. Все. $10. Нахуй я взламываю это? Скажите мне. Shift. Понятное дело. И иногда я путаю таблетки и выбираю их по цвету. Иди, я... Сосал, блядь. По цвету он выбирается нахуй. Хронконтора «Сумеречные поля». Скажи, что любишь меня! Давай, скажи это! Не хочу. Ебать, здесь лут дают, смотри, сколько. Несколько, блядь. Автозломщик, блядь, что это, блядь? Давай, нахуярим, чуть похаваем. Нормально пойдет. Все, это все, что нам дали, блядь. Че, серьезно, блядь? Так, ну давай с тобой сохранимся сейчас. Давай с тобой сохранимся, блядь. Во. Так, пошли скажем ей, что любим ее. Где, блядь, где-то тут, короче. Смотри, не заплачь! Прекратите за мной!
Черт! Сестра, приготовьте вот эту возможность. Ебать, это кто нахуй? Это кто, блядь? Фаерболом кидается, видели? На добрую память. Ящик с гранатами, нет нихуя. Конечно, блядь. Не-не-не-не, подожди. Назвал его гением. Я всю свою карьеру хирурга был занят тем, что повторял одни и те же скучные формы. Вздернутый носик, подбородок с ямочкой, полная грудь. Как прекрасно было бы делать ножом то же самое, что старик-испанец кистью. Морг, что ли? Я не морг, хуйня. Камеры слежения. Я повсюду чую эти чертовы штуковины. Это глаза и уши Райна. Пожалуйста. Так, ну что здесь? А, вот так, да? Здесь бродят паразиты. Мы возрождаем город, а потом приходим. Сжигание никогда необходимо, что не спалить, не смевайте, жгите. О-о-о. А ну куда посмотрим? Сожгите врага в 1000-градусном пламени. Но будьте осторожны с огнем. Ходят маловеры и добавляют дёготь в наш мёд. 1000 адамов тому мужчине или той женщине, что остановит их. Несчастная попала! Мне нужно лекарство! А нахуй сюда! Уходи сюда немедленно! Ты сейчас! Сестра! Помогите мне вот с этим пациентом! Погодите! Не, я к вам хуй выйду, да? Один! Как же я помогу, если ты ко мне не идешь? Шо? Я к тебе не пойду. Погодите! Ебать, смотри. Все горит, ебать. Все пути в восторге ведут к Райну. Служба безопасности, мутанты, большие папочки, сестрички. Он что-то такое разбрызгивает в воздухе. Кажется, это называют феромонами. И заставляет всех плясать под свою дудку. Mm-hmm.
Вообще, есть вот такая хуйня на стрель. Вот такая, блядь. Это пизжа, да? Бля, не зря зашел. Слушай. Новая способность теперь у нас. Аптека. Опа, патрон для автомата сюда. Да, мне все больше и больше нравится теперь эта игра. Блин, давайте сохранимся, да. Теперь и так долго идет уже. Ну, не прям, чтоб час-два, но в любом случае не очень хочется, чтобы она долго шла. Давайте на этом остановимся в этой серии. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам поднял настроение. В принципе, все. Такая вот серия получилась коротенькая. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Давайте.